Мы ремонтируем это здание, чтобы вам было комфортно приходить на прием к врачу. Такие объявления появились в поликлинике номер 2 в декабре 2019 года. Департамент здравоохранения правительства Севастополя заранее предупредил о неудобствах. Наша поликлиника рассчитана на 550 посещений в смену. Мы планируем, что эти объемы у нас и сохранятся. Поликлиника после ремонта, я надеюсь, преобразится, поскольку ремонт не просто косметический, а капитальный, с заменой всех коммуникаций. Я думаю, в дальнейшем будут комфортные условия для посещения поликлиники как наших пациентов, так и для сотрудников поликлиники комфортное место работы. После капремонта изменится практически все. План расположения кабинетов, маршрутизация пациентов, условия ожидания и приема врачей. Поликлинике почти полвека. Здание не соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических правил и норм. Обветшали и конструкции, и инженерные коммуникации. В настоящий момент ведутся демонтажные работы. Реализован демонтаж 3-го, 2-го, 1-го цокольного этажа. Сняты все перегородки, подняты стяжка полов и осуществляется вывоз мусора. Здание поликлиники разделили на две части. В одной начался ремонт, в другой за тонкой полиэтиленовой перегородкой продолжают вести прием терапевты и врачи узкого профиля. Неудобства готовы потерпеть. Закрывать поликлинику на ремонт полностью не будут. Сейчас рабочие ремонтируют две трети здания. Когда закончат сверлить, штукатурить и красить в этой части, приступят к работам в соседней. Сложности возникли на цокольном этаже. Там расположена котельная, которая отапливает пока еще работающую часть поликлиники. Определенные этапы работ затруднительны при действующем оборудовании котельной. Мы не можем отключить котельную. Почему? Потому что в одной трети здания осуществляется прием граждан. Количество и перечень специалистов после завершения ремонта поликлиники не изменится. Продолжат работу УЗИ и эндоскопические кабинеты. Появится и новое маммографическое оборудование. Пока строители ведут работы, офтальмолог, хирург и лор-врач принимают в уже отремонтированной поликлинике номер 4 по улице Супруна, 19. Все терапевты остались здесь на местах. Такие узкие специалисты, как кардиолог, ревматолог, аллерголог, эндокринолог, инфекционист, по-прежнему принимают здесь. Точно так же ведет прием здесь врач-уролог, онколог, травматолог и хирург. Преображение поликлиники после завершения ремонта севастопольцы смогут оценить в конце 2020 года. Екатерина Коломеец, Дмитрий Фомин, Севинформбюро.